Герои неба. Александр Молодчий, летчик, дважды Герой Советского Союза. В 1939 году Молодчий – курсант 11-й военной школы пилотов ВВС в Луганске. Он стал одним из лучших летчиков авиации дальнего действия. Бомбардировки «Возмездия» – так в начале войны советское командование называло авианалеты на столицу Рейха. Всего за войну Молодчий совершил 311 успешных боевых вылетов. 26 августа 1942 года Александр Молодчий прямо с борта своего самолета отправил телеграмму. «Москва, Кремль. Находимся над Берлином. Задание выполнили». Он всегда справлялся с заданиями и благополучно возвращался на родной аэродром. Одним из первых в дальней авиации получил вторую звезду героя. В честь Александра Молодчего назван стратегический ракетоносец ВВС России Ту-160. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.